have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки и наш рыженький Чонки. Так, мы остановились, сейчас я быстренько напомню себе, что как... А, да, кстати, насчет воспоминаний, я не знаю, правильно ли так делать, но я буду судить, что это некий также еще и прогресс по игре. То есть, если 55% собрано, то и 55% игры мы уже более-менее прошли, наверное, не знаю. Очень стараемся их не пропускать, а так, в общем-то, все нормально. Мы до сих пор еще не выбрались из канализации, если я правильно помню, да, да. А, точно, это же канализация Silent Hill. Ой, не Silent Hill, а Resident Evil. Точно, точно. Глаза. Вот эти глаза у нас закрыты, но они могут открыться, наверное, в любой момент. Чувак сам в воду прыгнул, он предпочел просто раствориться, вместо того, чтобы... Я там, кстати, ничего не пропустил, так, на секундочку, я вроде вчера проверял, старался заглядывать в каждую дырку. Сюда я не могу, например, прыгнуть? Нет. Сюда. Ну, отсюда я пришел, да, я помню, я просто на всякий случай заглядываю. Ну, вы знаете, обычная такая нормальная, здоровая паранойя обычного, ненормального, нездорового человека. Паранойя обычного человека, паранойя курильщика. Интересно, у курильщиков, ну, наверное же, бывает паранойя. У всех есть паранойя. Оу, паранойя. Это ладно, это так. Спин-офф. Вали от меня. Кстати, чуть не перегрелись. Надо осторожненько. Вот, когда одно яйцо, мы можем его просто вот взять и лопнуть. Я, наверное, не буду жалеть. Чпуньк. Не добежали. Чуточек. Я похожу, повзрываю все вот эти вот яйца чужих. Нет, 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 нет. Фух, чуть не сожрали меня. Твари! Хорошо, что можно светом на себя светить. Так, туда можно, вижу, да? Ага. Хорошо. Один побежал, побежал, побежал. Смотри, смотри на него, какой упорный. Прибежал прямо к своей смерти. О, нет. Так, а я могу туда перебраться только через там? Я, в принципе, не против. Как бы тут не заблудиться, тут интересные такие места. Ну тут же явно можно пройти, или... Ну, блин, не знаю, жаль. Фух, как раз на последнем закончилось. Туда вроде никак нельзя. Оп, сюда. Сейчас я тут пробегусь, еще раз гляну. Глаза тут, кстати, не хотят открываться. Гробу они нас видели. Так, что же мне нужно? Открыть дверь. Это один замок. Вот с той стороны другой. Наверное, надо было сразу это сделать. А туда мне никак не надо, ничего. Смотрите, в чем прикол. Оп. Оп. О, открылись зенки. Сюрприз.
Еще, где еще? Я же слышал. Он не хочет вздыхать. Чувак там просто завис. Жалко, что сюда... Ну, в смысле, жалко. Наверное, не жалко. Я бы лично туда не полез бы, но это выглядело так, как будто туда можно залезть. А можно? Да, пожалуйста, не застревать. Уничтожаем. Кстати, гляньте, какое местечко интересное. Давай. Ну, ломай. Бочки не дают стоить с другой стороны. Ребят, как бы ничего не пропустить. Еще один бедолага. Странное место для точки когтей, но ладно. Зенки. Не, ну хорошо, знаете, зурков нам объяснили хоть как-то. А как вот эти вот таращилки нам объяснят? Хотелось бы, конечно, чтобы объяснили. Мне чертовски интересно. Это же арена с боссом. Ну его нафиг. Дайте я на тук-туке уеду и все. Знаешь, такой смотришь на большую открытую зону, и музыка такая... Бам! Что могло пойти так? А, еще и сохранение. Ну теперь я уверен на 200%. Смотрите. Сейчас какая-то тварь соберется с 15 глазами. Мне нужно будет светить в глаз. Ох ты ж ё. Я говорил, что это не просто так. Чувак, здесь! Чуть не погубил моего котика. Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Ходу. Мне нравится, что побегушные сцены начинаются сразу с того, что мы уже бежим. Я шифтую вообще как могу, как красавчик. Я заранее уже альт жал, просто чтобы... Нет! Вот это лабиринт, вот это погибушки. Побегушки, надеюсь, что не погибушки. Уйди! Уйди от меня! Ну, явно туда, к красным воротам. Я в прошлый раз... Давай! Я в прошлый раз совершил вот эту ошибку, когда вернулся. Во время побегушек, и это явно было лишним. В этот раз я так не сделаю, надеюсь, что разработчики меня за это не накажут. Тем самым, что там спрятали чего-то. Так, давай его лапой. Лапой, давай, живи. Было темно, я был один. Было ощущение, что я снова в сети. Но ты спас меня. Спасибо тебе, друг. Расход такого количества энергии был тяжелым испытанием для моего ядра. Теперь дефлюксор полностью уничтожен. Мы должны быть...
Будь осторожна. Нет, пожалуйста. Дефлюксор полностью уничтожен. Это нельзя отдать человеку что-то хорошее и удобное, потом забрать у человека что-то хорошее и удобное. Не делайте такого, пожалуйста. Вы не можете так со мной поступить. Дефлюксор полностью уничтожен. Да ну, блин, ну обидно. Сначала мелкий робот засмотрелся на глаз, из-за этого он провтыкал... У, я вижу значок. Сначала он провтыкал моего котика, чуть не сожрали. Потом он перенапрягся, и видите ли, теперь я ничего не смогу сделать. Ну это ж проход. Погодите. А у нас было как-то присесть. А, а теперь он... О, привет, чувак. Теперь он просто пролез. То есть, видели, до этого я втыкнулся и ничего не мог сделать. А сейчас норм. Я чувствую, что мы все-таки провтыкали одно воспоминание. No Zurg Zone. Сейф. Печально, если так. Баландин. Путешественник из канализации. Мы давно не видели никого из вас. Это ты связался с нами ранее? Маленький аутсайдер. Аутсайдер с Балтазар ждет тебя. Он медитирует на вершине поселка. То есть мы сейчас уже переходим в... Рабовейник. Да, видите? Я в канализации где-то оставил одно воспоминание. Здесь у нас будет еще два. А где это было? Неужели это было во время побегушек? Это подло, если так. Ладно. Вот, короче, факт, что первое воспоминание провтыкали. Печаль. Муравейник из роботов. Это машина. Ученый, которому я помогал, использовал одну из них. Он был болен. Это была его последняя надежда. Он вошел в машину, и меня с ним не было. Он был один. Что делать? Что он делал? Он загрузил себя в компьютер, и потом все стало по-другому. Но при загрузке что-то пошло не так. Он застрял на сотни лет, пока не появился маленький кот. Ты есть маленький, ты есть тот самый ученый, да? Это был я! Я был тем ученым! Я был человеком! Я... Дай мне минутку. Да, это первое воспоминание, мы его находим автоматически. Еще одно маленькое где-то будет здесь. Но меня это не успокаивает. Я где-то пропустил одно. Это печаль, печальная вообще. Так, во-первых, Q. А то как это, я играю за котика. Давайте знакомиться. Прости, я... Дай мне минутку, мне сейчас не до разговоров. А, то есть я не смогу сейчас знакомиться с людьми. Спасибо, спасибо. Фу, ученый. Давайте пока что поточим коготочки. Но это явно сделано автоматически для того, чтобы что-то пока что произошло. То есть и к воспоминанию подошел автоматически. И это все спланировано для того, чтобы я пока не мог разговаривать.
исследуем пока что. Можно на качельке покататься. Можно поспать. Посмотрим, какой тут вид. Хотя меня наоборот зумит. Посмотрим, может сейчас будет зум-аут. Да, будет потихонечку. Смотрите, там можно на кондиционер спрыгнуть и пройти по трубе дальше. Возможно, там что-то будет. Это мы вернемся практически к тому месту, которое... Ага, я понял, только можно будет наверх забраться. Там кафе сверху. Офигенное место, кстати. Это такие места можно использовать как место наблюдения за локацией, подмечать для себя какие-то новые ходы. Классно, что оно есть. Вот, видите, можно пройти здесь и забраться вот здесь. Ты очнулся? Что еще я забыл? У меня же должны быть родители, друзья, что с ним случилось? Ты забыл одно воспоминание в канализации, чувак. Я хотел открыть город, но остался ли хоть кто-то, кого можно спасти? Так, тут мы можем поболтать с вот этим вот парнишкой, наверное. Или ты до сих пор не разговариваешь? Тут сейчас тоже автоматически произошло. Что это? Кота кинуло просто. Эй, раз не знаешь, что сестра... Трансцендентной медитации прерывать нельзя. О, это ты. Ты был с Момо, когда мы получили... А, это с Балтазар, я только сейчас понял. Когда мы получили этот звонок ранее. Рад наконец познакомиться с тобой, маленький аутсайдер. Ты знаешь Момо и Дока. Так что ты уже знаком с нами, аутсайдерами. Я скучаю по ним. Память о них приносит мне умиротворение. Момо остался в трущобах. Я слышал, ты помог найти Дока. А Клементина... Она сейчас в Мидтауне. Если ты все еще хочешь увидеть аутсайд, именно она может тебя туда отвезти. Видимо, у нее был план, как выбраться из города. Вот, возьми. Я написал ее адрес на обороте фотографии. Точного предмета. Это, видимо, Клементина. Да. Чтобы попасть в Мидтаун, надо подняться в самый верх нашего маленького поселка. Для такого ловкого, как ты, это пустяк. Если у тебя получится добраться до аутсайда, ты станешь первооткрывателем. Я бы пожелал тебе удачи, но она тебе не нужна. Я верю в тебя. Эй, извини, что отключился раньше. Я человек, возможно, последний в мире. Смотри, что от меня осталось. Я так много всего вспомнил, но как много я забыл. Клементина, вдруг если мы найдем ее, то сможем восстановить мои воспоминания и помочь тебе вернуться домой. Можем вернуться вниз и расспросить компаньонов или отправиться дальше в Мидтаун. Нет, мы пойдем и расспросим. Вверх это, конечно, круто. Но мы пойдем вниз. Тут предусмотрительно даже оставили ведерко для тех, кто хочет спуститься. Но я сначала познакомлюсь со всеми на этом этаже. Эта еда на самом деле ужасная. Это единственное, что тут есть. Если я дальше буду есть эту дрянь, придется ослабить переднюю панель. Ремень. Я тебя понял. Оп. Два молока, пожалуйста. Так, меня называют жестяным шеф-поваром. Я специализируюсь на переработке остатков.
Сегодняшнее спецпредложение рамен J45 с моим секретным ингредиентом. Я даже не знаю, что тебе надо сказать, дружище. Шеф, ты, конечно, шеф, молодец. Оп, оп, оп. Почему этот диван и задрать нельзя? Ладно. А вот... Взять желтое растение? И, извините, что? Я же вижу, тут можно было пройти, но... поехали вниз. Не-не-не, чувак, вниз. Прям вниз-вниз. Давайте заново со всеми знакомиться. Мы кучу всего пропустили. О, привет, как давно к нам никто не заглядывал. Ну, кроме этих проклятых зурков, конечно. Представь, что было бы, если бы мы могли использовать их энергии. Пусть бегали бы в колесах. Эх, такие возможности пропадают. В этом есть смысл. Оп. Ну-ка. Когда я вырасту, я буду таким же знаменитым, как тетя Клементина. Я хотел стать исследователем, как она, но взрослые запретили нам покидать тироповейник. Взрослые. Опять же, у нас встает вопрос детей и родителей, и как они это определяют. Ну, давайте, наверное, пока что оставим это. Так, это я сюда пришел. Это я увидел. Офигел. Угу. Хорошо. Давайте за... А туда нам никак не получится. Хорошо, что ты красишь, дружище? А ты знал, что у белой краски более 900 оттенков? Я работаю над созданием своего оттенка краски. Только никому не говори. Назови его мусорно-коричневым. Хорошая идея. Мне нравится. Я назову эту картину «Шкрипки на закате». Ладно. У Мэй сейчас период деконструктивизма. Это она так говорит. Уверен, что она станет великой художницей. Если бы только она могла практиковаться где-нибудь в другом месте. Это тебя в розовый так измазали? Мамуч, обожаю запах свежей краски. Она напоминает мне... О, погоди, я не могу чувствовать запахи. Как грустно. Сорс, Мамуч, Мэй. Это она, оказывается, ясно. Опа! Катастрофа! Ачивка! Может, надо было с ними сначала познакомиться. Я и подожду, пока они все соберут. Потом к ним подойду. Извините, ребят, я... Не, ну как бы я нарочно, конечно, но я не нарочно. Ничего интересненького нету. Катастрофа. Блин, я теперь не могу с ними поговорить. Тут дружище сидел, да. Айзек. Электрические зурки везде. Да-да-да-да-да-да-да. Чувак, по-моему, ты где-то подключил себе провод, который не следовало подключать. Каунделич. Что? Телевизор выключен? Но я все еще слышу белый шум. Неужели дефект во мне? Так, ага. Это я... Нет, я еще не... Стойте. Или с ними я же говорил, я не помню. Мне сказали, что я могу пойти в Мидтаун, потому что меня схватят стражи. А еще сказали, что я могу пойти в канализацию, потому что меня съедят зурки. Это нечестно, очень не круто. Да, это же типа ребенок и... Все, да-да-да, я сообразил. Телек выключен, это мы подрали. Опа! Прыжок.
Прыжок, прыжок! Успокаивающий звук падающего мусора, блестящие водопады и никакой опасности. Блаженное место, чтобы работать над стихами. Вот, послушай. О, могучий бетон, в своем чреве меня укрывший, будешь ли ты могилой меня погубившей? На самом деле, неплохо. Думаешь, это слишком торжественно? Клементина была единственной, кому нравились мои стихи. Я по ней скучаю. Чувак, мне тоже нравится, раз уж на то пошло. А это я сейчас попадаю уже прям, да, к нему. Мне бы тогда поболтать с теми чуваками, с которым я доминошку разрушил. С этими мы поговорили. Я не знал, что это приведет к таким катастрофическим последствиям. О, они играют. Познакомиться. По статистике я должен был выиграть как минимум 8 раз. Мари. 9536 выигранных игр против 6 проигранных. Вообще-то я запрограммирован на победу в этой игре, только никому не говори. По статистике, да-да-да, я тебя понял. Ву-ху! Стоп, а можно... И куда я? И зачем я? Офигеть, я ведь мог пропустить это место. Дженкинс. Кто-то называет это мусором. Для меня это сокровище. Много циклов назад я был роботом на побегушках, но перепрофилировался в охотника за сокровищами. Не надо завидовать. Это тяжелое и неприятное занятие. Как и рука, которую я только что нашел. Бедняга. Ржавей с миром. Фига себе, тут у вас местечко. Красный цветок. Вот это интересно, я собираю какие-то цветы. Желтый, красный. Вот для чего это место, я понял. У этих до сих пор катастрофа. А снизу только с одними ребятами можно поговорить, да? Я могу быть как-то антенной? Следующее приключение... Да-да-да-да-да, это я понял. Хорошо, хорошо. Я думаю, мы тут все обшарили, насколько это возможно. Нашли два цветка, они явно были в таких неочевидных местах. Поэтому... Считаю, что мы заглянули в эти места неочевидные очень удачно. Я вроде видел там дальше, как подняться наверх. Сейчас посмотрим. По-моему, отсюда должно быть, да? Подождите, а тут никаких воспоминаний больше не будет? Кью? Это прикольно, это мне понравилось. Видите, вернулся не зря. А зачем это место? Оно же зачем-то есть? Я понимаю, что это крыша, но зачем мне дали возможность сюда запрыгнуть? Ого-го-го! Осторожней.
Дружище, мы с тобой давно не падали. И не надо этим заниматься. Я забыл, что тут есть зум. Познакомимся. Мало. Хорошо, что немного. Ладно, наверное, это мало. Привет, дружище, как дела? Ты знал, что тетя Клементин научила нас выращивать особые растения, которые могут жить без солнечного света? У меня их огромная коллекция. Хочешь взглянуть? Вот только некоторых цветов не хватает. Не хватает желтого растения, красного растения и точно фиолетового. Фиолетовое растение. Вот бы какой-нибудь маленький ловкий достал их для меня. Показать предмет. На. Обожаю этот цвет. Спасибо, дружище. Найдешь для меня еще один? Ну, пожалуйста. Держи. Ух ты, очень красиво, спасибо. Найдешь для меня еще одну? Ну, пожалуйста. Вот третий-то у меня нету. Тут, оказывается, есть еще и фиолетовый. Вон я вижу фиолетовые. Но до них же не добраться, вы чё? Или добраться? Интересно, там можно спрыгнуть? Давайте попробуем. Так, мне вниз. Простите, пропустите. С какого этажа я тогда смотрел на всю эту красоту? Блин. Вон фиолетовый. Минуточку, может... Вот тут можно? Я практически... Да, уверен, что я видел здесь. Да. Хорошо. Хорошо, это казалось немножечко легче, чем я думал. Прыгни, пожалуйста, спасибо. Все, теперь нам обратно наверх. Она просила три цветка. Три цветка мы достали, это не проблема. Нет, чувак, нам сюда. Оп, опа. Давай, горностай. И теперь тут наверх, да. Я, кстати, здесь вроде как других побочных заданий не видел. Только цветочки собрать. Извини, дружище, не принимаю. Не прерываем твою мантру, все хорошо. Оп. И вот сюда. Держи. Я уже говорил, вот бы кто-нибудь достал мне та-та-та-та-та-та-та, показать. Держи. О, я слышал, это редкое растение, спасибо. Ты нашел их все, большое спасибо. Вот возьми мой значок в награду. Получен новый предмет, значок растения. Так хорошо смотрится. Ну, береги себя, до встречи, друг. А значки эти у нас... Где? Я забыл. Хорошо, давай я тебе как минимум дорожку тут издеру. Это тебе вот просто на память. Так, ты. Опа! Поближе к тебе. Скукота! Тут Клементина раньше здесь проводила занятия, мы узнали столько всего интересного. И теперь клёте Тементина свинтила от вас. Не то чтобы вы какие-то плохие, нет, с вами все в порядке. Мне наоборот, кстати, очень нравится это поселение роботов. Туда не допрыгнуть? Допрыгнуть. Я разлил два ведра краски, серьезно. Смотрите, они разлились. Зеленые, синие.
подальше отсюда. Возможно, есть некая ачивка за это, хотя я не знаю. Я еще, кстати, даже не заглядывал в список ачивок, потому что я боюсь спойлернуть. А, вот так и вон туда, я понял. Я боюсь себе что-нибудь спойлернуть. Там очень часто ачивки, они дают очень такие серьезные намеки на то, что будет дальше. Я стараюсь до определенного момента туда не ходить, не заглядывать. Ага, вижу. Вижу. Это выход. Я опять же не нашел воспоминания, да, еще одно? Хотя, как по мне, я довольно тщательно тут все изыскал, обыскал. Ладно, наверное, надо смириться с тем, что с первого раза я это не пройду. Ну, с первого раза я пройду игру, конечно, но я не найду все. Потому что это, видите, тоже другая глава, скорее всего. Да. То есть я уже два провтыкал. И у нас осталось, я смотрю по большим глобальным вверху, у нас осталось еще два больших, две больших локации. Два, ну и в этой локации у нас, наверное, пройдет очень много времени. Фотография Клементины сюда вряд ли, да? Угу. Черт, если мне опять... Если мне опять придется бегать от зурков. Мне нравился вот этот маленький контроль над ситуацией, который у нас был. Это метро. Черт побери, это обычное, нормальное метро. По крайней мере, то, каким оно может выглядеть. Тут, смотри, станция метро. Да-да-да, станция метро. Я совершенно забыл о существовании этого вида транспорта. На нем можно было доехать до любой точки города. Люди ездили на нем на работу. Я тоже ездил. Каждое утро, попрощавшись с семьей. Я помню, я делал это для них, но их уже нет. Это было так давно. Они хотели увидеть аутсайд, но разве это теперь имеет значение? Что с ними стало? Что стало со всеми? В любом случае, мы уже далеко от Мидтауна. Давай найдем эту... Да-да, Клементина. У нас есть и фотографии. Давай покажем ей некоторым из здешних компаньонов. Может быть, они направят нас на правильном пути. Да, видите, это еще одно большое глобальное воспоминание, которое мы нашли. А большие глобальные воспоминания встречают нас в начале каждой локации. Наверное. Кстати, посмотрите, какой здесь метрополитен. То есть, водителя... Мне не дадут ачивку, типа чу-чу. Я на это надеялся. Я надеялся, что в вагончике метро будет еще какое-то воспоминание, потому что уж слишком знаковое место. Туда можно спрыгнуть, но я себя чувствую очень неуютно. А я могу ходить только по рельсам. Ну, допустим. Знаете, чего еще не было и чего я, наверное, не хочу? Еще не было ни одного злого робота-компаньона. И я не хочу, чтобы они появлялись. То есть мне вполне хватило зурков, и я не хочу, чтобы атмосфера... Мне кажется, если мы встретим злого компаньона, то атмосфера будет немножечко испорчена. Я бы этого не хотел. О, стой. Я ж только что как-то на пол спрыгивал, ты чё? Во.
Я вот тут хотел пройти. Это ничего не дает, но как-то атмосферно. Я не понимаю, почему такая большая проблема при магнититься к полу. Так, ищем автоматы. Автоматы у нас пустые. Exit. Upper Town, Lower Town. Лучше пойдем по перилам. А проход все равно снизу. Ну ладно. Там ничего нету. Ящики так стоят, как будто что-то прячут. Метро закрыто из-за... понятно, спасибо. Метро закрыто из-за связанных с пандемией ограничений. Вот вход запрещен. Любое нарушение правил может привести к длительному тюремному заключению. Пандемия у вас случилась, значит. Здесь так много книг. Наследие теста Тьюринга, этика искусственного интеллекта. Я знаю некоторые из них. У меня была библиотека. Помню, ничто не смогло сравниться с запахом книги и переворачиванием страниц. Это было такое комфортное ощущение. Читать книгу, как провести время с кем-то. Пришли к чуваку, шаримся в его вещах. Слушаем его радио. Хорошо. Ледок. Очень многословно. Да, мы так ничего от нее не добьемся, да, в принципе. О, сохранялочка прошла. Знаете что? Раз сохранялочка, то давайте тогда на этом моменте будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.